Пришла еще одна посылочка с Китая. Пришли эластичные шнурки. Получается резиновый шнурок и вот такой вот коннектор мама-папа. Чем они интересны? Когда вы заправляете, делаете на одном конце шнурка узел и заправляете, допустим, вот сюда. Потом отмеряете длину так, чтобы нормально затягивало и можно было быстро легко обуться, не раскручивая вот эти вот коннекторы. Затягиваете вторую петельку здесь, потом скручиваете и носите вот примерно так же, как и резиновые шнурки. Только это, ну как по мне, возможно, будет более надежно.